2006 году, когда я первый раз пришел в Оазис. Встретили меня Зоя Геннадьевна Иващенко, Оксана Рачкулик, Юра Призов и тогда еще Юлия Студёна. И в свою очередь я хочу поздравить. Оазис живет и будет всегда жить. Хочу спеть песню, одну из самых своих, недавно написанных, называется она «Бессонница». Душно по ночам на диване преет тело, мысли в голову стучат. Да и выпить же хотелось. За окном горит луна, свет кидает на подушку. Виновата ты сама в том, что стала равнодушной. И медленный фокстрол, стрелки пьяно заплясали. Заплатить оброк и за совом лязгнуть стаю. Высохли в конец цветы, их видок не слабо квел. Куковала мне кукушка, губы обкусав, чуть не взялся я за пушку. Позабыв слова, молча спит уставший город. Ну и наплевать, я тебя забуду скоро. А вот зачем и почему, что-то в толк никак я не возьму. Спасибо.